Yesterday I was talking with somebody else. They find her name and give me ID number. And they tell me I have to pay $51.54 for every month. Дурдом продолжается. Твое имя записала, я тебя не можешь найти теперь. Что значит не можешь найти? Я не знаю, как она только что записала. Okay, so what, okay, also I need to inform you that this call is being monitored and or recorded. Говорит опять Ну, один момент, one moment. Moment. One moment. It will take 5-10 minutes. One moment. Сколько будет длиться один момент? Ради интереса. А что она хочет? У тебя план не активизирован. Она хочет куда-то с кем-то там пообщаться. Как это сделать, активизацию этого плана? Боже, Виктор сказал, план будет активизирован после... О, музыка пошла, видишь. Танцевальная. Это муж с работы приехал. Собаку погулять. И хотел ехать дальше на работу. Уже 30 минут сижу. Я не знаю, когда это закончится еще. Я ни хера не заработаю за сегодня. А билы платить надо. Вчера 5 часов просидел, целый день потратил. Я не знаю, почему такой тупизм. Тупизм у них, ну, потому что они не знают, кто что должен делать. Да? Это все так долго делается. Это жесть просто. Какая музыка прекрасная. Клод Дебюсси. Я уже тут прослушал. Да, чтобы клиент не нервничал. Это другая импровизация. Дурдом. Ну. Она говорит, хау тебя, ну как у тебя денег? Вез клиентку, рассказывает. И мы с ней разговорились, как день прошел вчерашний. Я говорю, ой, у меня был terrible day. Я 5 часов сидел, звонил на телефон и выяснял все, что касается dental страховки для моей жены. Дозвонился в Кайзер до этого, они нас, оказывается, обоих выкинули. Потом тебя только одну восстановили. Потом тебе прислали билл, что его нужно платить, чтобы активизировать твой аккаунт. Потом я начал звонить опять, чтобы добавить этот дентал. Мне никто ничего не говорит. Одни посылают к другому, другие посылают назад. Я вчера звонил, наверное, 10 раз в разные компании. В конце концов я дозвонился вот в этот CareShield. Они мне сказали, дентал план работает. В смысле, дентал, все, пеймент взять не могли. Система не работала. Кошмар какой-то. Потом начал опять звонить. Он говорит, я тебе перезвоню через 40-30-40 минут. Никто мне не позвонил, конечно. Я начал опять звонить. Звоню в этот самый, попадаю в Кайзер, но почему-то в Калифорнии. Из Калифорнии меня соединяют. Мне в Мэриленд, говорю, надо. Они меня в какой-то другой штат перекидывают. Я говорю, мне в Мэриленде надо с кем-то говорить. Ну, наконец меня соединили. Я уже спрашиваю, вы где в Мэриленде? Я говорю, тогда помогайте. Если вы где-то в другом штате, мне нужен Мэриленд. Соединяйте меня с Мэрилендом. Дурдом, блин, короче. Зато музыку слушаем. Душещипательные. Угу. Которые скоро ноги начнут колотиться и руки тоже. Угу. У нас тут музыкальное образование. Муж говорит, Дебюсси. Вот нам включили еще теперь Бетховена. А первая музыка, по-моему, была Моцарт. Не знаю. Надо, а это не Моцарт? Надо еще раз прослушать. Это к Элизе Бетховена. Бетховен, да. Угу. Как его звали? Жан-Люк Бетховен. Как-то там... Амадей Моцарт был. А как же Бетховена звали? Я уже не помню. Это ржет, говорит, зубную боль успокаивает. Такая хорошая музыка. Сидишь у дантиста в кресле, играет такая музыка. Тебе так хорошо успокаивают зубную боль. Ну да, к дантисту нужно еще попасть как-то. Я тебе дома буду такую музыку играть. На ужин. Чтобы запечатлеть теплые воспоминания. Finally, they tell me her dental provider going to be your company. Care First Blue Cross Blue Shield. Yesterday I call and spoke with somebody else. And they tell me, yes, she is in our company. And they give me her ID number.
Yeah, I understand. She is company. Account not activate. And Kaiser permanent people tell me if you do small first payment, policy going to be activated. My questions to you. How I can make first payment? to this policy. Oh, and after? You can't because it's not activated. It's not active. Who is responsible to activate it? Короче, я тоже без медстраховки. Вообще. Another one moment. Ждем-с. Что она сказала? Почему меня не активировали? Do what for next available representative? Wait? Или поссать сходить? Как они достали, а? Что она сказала? Она меня соединяет с каким-то другим департментом. Может быть, они примут payment. Почему моя страховка не активирована? А я не знаю, у тебя не активировано и все. А деньги взяли, да? Не взяли ничего, я хочу деньги сдать. Я имею в виду основная страховка. Кайзер взял деньги с нас, $105 21 августа за август. И завтра или послезавтра спишут 108.54 за сентябрь. Ну, в Кайзере я активирована? В Кайзере у тебя все хорошо, да. Это дентал мы никак не можем. А почему? Вот не знаю почему. Кайзер сказал, что они отправили документы на тебя. Виктор сказал, что ты будешь в этом Blue Cross Blue Shield этот. Виктор мне тоже так сказал. Или сказал, звони и туда, и сделай два пеймента за август и за сентябрь. За август я не буду платить, сегодня 30 августа. Ты никакой помощи не получила, у тебя еще аккаунт не активирован. Зачем? Почему я должен платить еще и за почему август? Они дентал не активируют? Потому что я не знаю, я же пытаюсь добиться, кто это может сделать. Значит, мы просидели вчера 5 часов. Еще перед этим несколько часов просидели. Сейчас уже час сидим. И никак не можем правды добиться. Никто не знает, как активировать твой аккаунт. Одни говорят, аккаунт будет активирован после производа, после платежа. Сейчас они это выясняют, но платеж брать никто не хочет. Платеж брать никто не хочет. Прелесть просто. Музыка пошла. Лунная соната Людвига ван Бетховена. Спокойно. Только спокойствие. Зубки так, когда болят зубки, только эту музыку и слушать. Ой, блин. Под нее даже можно жевать хорошо. Угу. И глотать. Ждем. И сплевывать хорошо, когда зубная боль. Заразы. Окей, I'm waiting. I will wait them, okay? Okay, thanks for your help. Она уже больше не может ждать. Сказала спасибо за все, что я к ней позвонил. Сказала, ждите, вам ответим. А долго ждать? Она не знает. Мы уже ждем 30 минут, наверное.